Более 90% населения Афганистана страдают от недоедания. Такие оценки приводит Всемирная продовольственная программа ООН на основе телефонного опроса, проведенного организацией с 21 августа по 5 сентября во всех провинциях страны. По ее данным, около 75% семей уже сокращают порции или берут продукты в долг. Как указывает Всемирная продовольственная программа ООН, неудовлетворительная ситуация с продовольственной безопасностью наблюдалась еще до захвата власти в Афганистане движением «Талибан». Согласно опубликованным данным, в этом году Всемирная продовольственная программа оказала помощь более чем 6 миллионам афганцев. В конце августа исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли предупредил, что в ближайшее время с голодом могут столкнуться около 14 миллионов афганцев.